Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале Вязание это модно. Сегодняшнее видео это первое из серии стартов. У меня открывается неделя стартов на канале, сегодня понедельник. Это первый ролик, он будет посвящен летнему кардигану из Янард Джинс Тропикал. Сегодня поговорим немного о пряже, о спицах, о моей плотности. Пройдемся по техническому рисунку, я покажу узор, который выбрала. И вместе с вами сделаем расчет для наборного края. А также весь этот процесс я буду потом освещать потихонечку на своем канале в каких-то влоговых видео и показывать какие-то технические моменты, с которыми я столкнусь при вязании этого кардигана. А вся техника его вязания, то есть как я буду его воплощать, я сегодня вам коротко расскажу. Если вам это интересно, то, конечно, оставайтесь со мной. Итак, что я имею? Для вязания кардигана мне очень понравилась в магазине вот такая пряжица из Tropical. Я еще не вязала, из простого джинса вязала очень много. Есть у меня топ голубой, который я ношу с удовольствием. Я вам сейчас здесь поставлю картинку на экране. Есть кроп-пуловер, описание на которое у меня продается на ярмарке мастеров. Тоже поставлю вам сейчас сюда картинку. И еще были изделия, которые не вошли в мой, так скажем, в освещение на моем канале. Поэтому пряжа, как бы это я доверяю, она очень легкая в вязании, носимая, удобно носимая и хорошо, так скажем, обслуживаемая в носке. Поэтому, когда я увидела вот такую вот интересную палитру в магазине, сразу же решилась ее купить. Купила я упаковку, у меня 10 мотков, то есть 500 грамм, так как это пряжа в моточках по 50 грамм. Здесь 55% хлопка, 45% полиакрила, и это у меня цвет 621. На всякий случай я даже себе записала партию, может быть, пригодится. Так, что еще? Была у меня задумка к этой пряже купить что-то однотонное из тех расцветок, что есть вот здесь. Здесь присутствует немного сиреневого, мятного, такого бордово-вишневого. Есть даже немного желтый. Но потом что-то эта идея у меня отпала. Я думала, что можно будет связать однотонным цветом резинки, например, на рукавах, по низу, может быть, планки, что-то такое. Но потом как-то я от этой идеи отошла. Это что касается пряжи. Теперь что касается узора. Этот простой узорчик я когда-то подсмотрела в магазине на одной из продавщиц. Он мне очень понравился. Я разглядела там, как он вяжется. В интернете, ну, что-то ничего подобного я не видела. Возможно, таким узором давным-давно уже все отвязались. Я только сейчас, так скажем, напала на него. Но вот он мне очень понравился. Эти косы и разрывы между ними. Схемы у меня никакой нет. Я вязала чисто так, по наитию. Посмотрела, как это вяжется, и связала. Образец пока не спускаю со спиц, потому что не хочу здесь отрезать нитку. Возможно, даже вот этот небольшой участок пряжи мне потом со временем понадобится. Поэтому я сделала сейчас замеры. Моя плотность в 10 сантиметрах 24 петли. То есть в 1 сантиметре у меня 2,4 петли. Я, возможно, этот образец прямо сейчас и распущу. И смотаю этот клубок так, чтобы нить от образца осталась в центре. Она как раз там исправится. И если мне понадобится эта часть, то у меня она будет. Отпаривала утюжком слегка и потом сделала замер. Стирать не стирала. Пробовала здесь делать двойную кромочную. Я буду делать ее по резинке. И сделала вот такой узор. Узор будет у меня на 12 петель. 6 из них коса, а 6 это вот такая изнаночная гладь, через 4 ряда которые я буду делать вот эти разрывы. Если кто-то не знает, как делается этот разрыв, то это просто. Я провязываю вот эти лицевые, здесь закрываю петли, вот эти петли я закрываю, провязываю до конца ряд, возвращаюсь, и в следующем, в изнаночном ряду, эти петли я добираю простым навитием. Вот и все, у меня образуется такая дырка. Так, что касается моего такого небольшого технического рисунка. Я хотела бы связать кардиган
Вот с таким воротничком, может быть, даже я сейчас чуть-чуть пониже спущу камеру. Моя задумка связать кардиган с отложным вот таким пиджачным воротником, который я посмотрела сейчас входит в моду. Планочки буду вязать резинкой 1 на 1, и вот эту цельно вязаную планку тоже буду вязать резинкой 1 на 1. Сколько у меня здесь получится петель под пуговицы, я пока не знаю, потому что я даже четко еще не определилась вот с этой длиной кардигана до проймы. Честно говоря, не знаю. Единственную мерку, которую я сейчас сняла по своему халату, который мне комфортен, и так примерно я знаю, что я хочу, это ширина изделия, то, что мне нужно для наборного края, это 120 сантиметров, и 5 я прибавила, это моя планка, потому что планка двойная, и поэтому, чтобы мне сейчас сделать нормальный наборный край, мне нужно прибавить одну ширину планки, так как она у меня будет 5, значит, я прибавляю 5, и мне нужно рассчитать для наборного края петли под 125 сантиметров. Я не буду сейчас отдельно высчитывать плотность резинки 1 на 1, которой будет вязаться планка. Ну, как бы не буду этим заморачиваться, потому что я и так заложила здесь довольно-таки приличную величину на свободу облегания. Поэтому буду действовать, исходя из вот этой своей плотности 2,4 петли в 1 сантиметре. Ну и посчитаю сейчас, сколько же мне нужно набрать на 125 сантиметров. 2,4 умножить на 125. Мне нужно 300 петель. А 300 это такой черновой вариант, который мне нужно подогнать под раппорт узора. Раппорт узора у меня 12 петель. Значит, и планки. Я нужно выделить на резинку 1 на 1 сколько-то петель. Сейчас я посмотрю примерно, сколько это будет в 5 сантиметрах. В 5 сантиметрах это примерно 12 петель планки. Но мне нужно четко распределить их, потому что у меня будет двойная кромочная, поэтому вот здесь с этого края мне нужно 2 лицевые. И вот здесь при переходе уже на участок кардигана, вот здесь вот, мне нужно тоже, чтобы закончилось лицевой, а не изнаночной, потому что у меня здесь будут петли изнаночной глади. Вот здесь вот у меня будут петли изнаночной глади, поэтому мне нужно, чтобы планка закончилась лицевой. Поэтому, если сейчас я буду просчитывать, что вот у меня сейчас изнаночная, потом лицевая, потом изнаночная, потом лицевая, лицевая. Это у меня уже сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну вот 12 изнаночная. И у меня будет 12 петель. Проверю еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, 12 меня устроит. Я начинаю двумя лицевыми и заканчиваю одной лицевой. Это будет моя планка. Планка на 12 петель. Если из этих 300, 24 петли уйдут на планку, так как у меня две планки. 300 минус 24. У меня остается на основной узор 276 петель. Так, планка 12 умножить на 2. 276 мне нужно проверить, делится ли на 12. Это раппорт моего узора. Отлично делится, получается 23 раппорта. Но начать я должна не с целого раппорта. А почему не с целого? В принципе, я могу начать с целого. Я тут начала с половинки. После планки я могу начать и с целого раппорта. Сразу вот с таких вот целых дырочек. Как вы думаете, это будет смотреться? Вот сейчас даже не знаю. Я, наверное, сейчас отключу камеру и подумаю, начинаю ли я вязать с половины раппорта или я начинаю вязать с целого раппорта. Я решила, что начну вязать с половинки раппорта. Наверное, вот такая вот сразу большая дырка после планочки меня не устроит. Вот как у меня есть в образце, так и будет. К планкам будут подходить половинки от дырочек. Поэтому вот мои петли 300 меня устроят. 300 я и буду набирать. Итак, набираю 300 петель.
по 12 петель с края я выделяю на резинку 1 на 1, которая будет вязаться по всему, по всей высоте. Дальше, дойдя до момента, где нужно будет делать прибавки под цельновязанный вот этот вот отложной воротничок, я начну делать прибавки вот здесь вот возле кромочной и увеличу планку в 2 раза. Длину я еще не знаю, сколько мне нужно будет вязать высоту до проймы, я тоже не знаю. И разделять свое вязание на полочки и спинку я буду вот в этой точке, то есть вот до этой точки я буду вязать все цельновязанное и полочки и спинку, и вот в этой точке я разделю на 2 полочки и спинку, то есть буду вязать уже отдельными частями. Сделаю небольшие скосы для плеча, потом эти плечи у меня будут сшиваться и рукав будет набираться вот от этого края. И вязать рукав я буду не по кругу, а также обратно поворотными рядами. Я не люблю вязать рукава по кругу, эти мелкие детали по кругу как-то мне не нравятся. Не нравятся мне мелкие детали вязания по кругу. Во-первых, у меня сразу же испортится плотность. Во-вторых, я буду вязать очень долго, передергивая этот рукав. Я не люблю вязать на коротких круговых спицах. Лучше я свяжу это все обратно поворотными рядами и сделаю здесь потом шовчик, который, в общем-то, никому не будет заметен, и меня он тоже раздражать не будет. Так, ну это, наверное, все. Так, отверстие под пуговицы мне нужно будет не забыть делать на правой планке. Дальше, что еще? Ну, в принципе, это и все. До горловинки я еще вообще не добралась. Когда я до нее дойду, я обязательно, конечно, сниму видео. Я думаю, что по этому проекту мы с вами встретимся в следующий раз. Примерно на этапе вот здесь. Вот на этом этапе мы с вами встретимся. То есть я покажу вам теперь этот проект уже тогда, когда начну делать прибавки на планку и, наверное, поделюсь этим моментом с вами и сниму, может быть, какое-то техническое видео этого момента, как я начала делать прибавки. Потом, в следующий раз, мы, наверное, с вами увидимся при разделении. Ну, как-то так. То есть я буду освещать этот проект еще в нескольких роликах. И, конечно, те из вас, кто захочет связать такой кардиганчик вместе со мной, то у вас все получится. Сейчас я сделаю наборный край, распределю петли, вернусь к вам и покажу, как я это сделала, и приступлю к началу этого процесса. Ну что ж, друзья, зачин сделан, прошло некоторое время. Я набрала на спицы свои 300 и плюс 1 петлю, потому что у меня же будет двойная кромочная, то есть у меня первые 2 лицевые и последние 2 лицевые петли, поэтому я набрала сейчас 301. И хорошо, что я про это вспомнила, когда делала наборный край, и сразу же как бы внесла коррективы. 12 петель с той и с другой стороны я отделила, они будут у меня вязаться сквозь как бы все мое изделие резинка 1 на 1, а на всех остальных петлях резинка 1 на 1 я думаю, что я провяжу сантиметра 4, может быть, максимум 5. Резинка здесь будет выполнять только такую отделочную роль. Эта пряжа резинку совершенно не держит, и поэтому я даже не стала брать спицы другого номера, а просто вяжу на своей 4. И еще, так как узор будет содержать огромное количество косичек, и мне постоянно их нужно будет перекрещивать, сначала я взяла 4 с более тупым кончиком, но сразу же поняла, что мне вязать будет неудобно перекрещивать эти петли. Поэтому взяла 4 КнитПро с более таким тонким кончиком. И еще сначала была задумка сделать косу на 8 петель. Я тоже от нее отказалась по этой же причине. 4 петли все-таки тяжелее перекрещивать, и это занимает больше времени. А так как все мое изделие будет состоять из кос, то я решила сократить себе труд и сделала все на 6 петель. То есть сделала 6 здесь и 6 между косичками. Ну что ж, вот мой кардиганчик стартовал. На этом сегодня все. Очень надеюсь, что была вам сегодня немножко интересно. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам. Всем пока. Увидимся завтра в следующем видео, посвященному неделе стартов.
Я пока еще даже сама не знаю, какой это будет процесс. Всем пока-пока!